Производный прокат исполняют Евгения Тарасова. Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Москва, Казань. Катаются первыми здесь. Они всего лишь на 0,02 опережали Питайкину и Безматерных после короткой программы. Имели 8-й номер. И всего лишь на бал они опережали Выгалову и Закроева. В общем, для них их произвольная программа, конечно, это не только желание и возможность вылезти с 8-го места, но и опасность улететь за 9-е-10-е, потому что Астахова с Курдюковым и Выгала с Закроевым были молодцом.
Евгения Тарасова, Владимир Морозов. В основном все элементы учеников Нины Мозер и Станислава Морозова были сделаны со знаком «плюс». В том числе, конечно, никаких вопросов нет по поводу прыжков. Евгения Тарасова вообще была одной из перспективных одиночниц Татарстана. Выигрывала кое-какие призы. Так что они сделали сальхов, потом тулуп плюс аксель в связке. Будет хорошо. Ну и с парными элементами тоже дело обстоит неплохо. Очень эффектно выглядела подкрутка. Страдало почему-то вращение параллельное. И вроде бы партнерша вращалась хорошо. Партнер очень сильно терял центровку, куда-то смещался. Ну и затем и потерял темп. И они разошлись. Еще, конечно, было немного ощущение, что они так вроде бы эмоционально и артистично, но немного отдельно друг от друга. Это пройдет. Делали выбросы Сальх и Ридбергер. Причем во второй части программы, как казалось, здесь у нас нет секундомерно по ощущениям. Второй-то выброс уж точно во второй части программы. Ридбергер, мне кажется, пришелся на две ноги, а вот Сальхов без каких-либо помарок. Ну, может быть, и в первом тоже. Даже на повторе не очень понятно, что чего. Тодос, плавно переходящий во вращение здесь же. С сохранением вращательной энергии. Ну, так вот, немножко, видите, о чем я говорю. Он вроде бы в финальной позиции, вроде бы на эмоциях. А сам краем глаза посматривал на экран, который там висит. То есть такая вот концентрации на том, что происходит на льду, так ее особо и пока что нет. Делаем программу, да, делаем программу. Показываем драму, показываем драму. Так, чтобы начать сопереживать, до этого пока что еще...